Пожалуйста, ознакомим всех с биографией. Да. Неизвестные факты. Жил-был Игорь Христенко. Жил-был Игорь Христенко. Он родился в 1900. В общем, в прошлом веке он родился. Когда он родился, он был маленький, как я. Но потом вырос и стал больше. Два раза больше, чем я. У Игоря Христенко много однофамильцев. Это Игорь Крутой, Игорь Николаев, Игорь Киркоров и Филипп Христенко. Когда Христенко был маленький, 2 года ему было, его привели к гадалке. Гадалка разложила перед ним карты, женские фотки, вино и деньги. И сказала гадалка: если он возьмет вино, будет алкашом. Если возьмет карты, будет картежником. И если возьмет фотки девушек, будет бабник. А Христенко все забрал. И гадалка сказала: он будет артистом. В Москве Игорю Христенко поставили памятник. Его сделали зураб Сиротели, но почему-то назвали Петр Первый. Все, я вам больше ничего не скажу, потому что это неизвестные факты. Но самый неизвестный факт — это то, что Игорь Христенко тайный узбек. А на бис можешь какую-нибудь оду Игорю? Так, вдруг, раз, сразу. Ода, говоришь? Импровизационно. Ну-ка. Ода. Ода. У барана шерсть растет кудряво. Он по горам ходит величаво. Его чабан пинками лупит. Ведь он скотина очень глупая. Прости, но у нас юбилей Христенко как-то. Баран — это хорошо. Христенко. А, про Христенко? Да. Все. Сейчас будет про Христенко. У Христенко шерсть растет кудряво. По горам он ходит величаво. А его жена пинками лупит. Ведь он, Христенко, очень талантливый. Обид особых.